привет! Сегодня вышла вторая серия 8-го сезона «Игры престолов». Вот. Я смотрела эту серию в час ночи, мне скинули с какого-то пиратского сайта, хотя я купила подписку. То есть я ждала, что я буду смотреть сериал раньше всех. И тут мне в час ночи сливают новую серию, такая, думаю, ну ладно, окей. Озвучка была, конечно, не очень, но даже самая хреновая одноголосая озвучка лучше той озвучки, что предоставили нам медиатека. Это просто какая-то хрень, просто это слушать невозможно. То есть вы два сезона привыкали, то есть приучали нас к правильным голосам, допустим, Джона, Дейенерис, Сансы. И тут последний сезон, вы такие, хуяк! У всех новые, блин, голоса, которые им совсем не, блин, подходят. И это просто... У меня так просто... Я когда слушала первую серию, у меня аж прям вот голоса начинают дергаться просто от того, что это жесть, блин, полнейшая. Это очень плохо. Озвучка отвратительная. Я смотрю, слава богу, у этого сайта Амедиатека есть возможность смотреть сериал в оригинале с субтитрами. Потому что невозможно, блин. Вы дали голос Джона этому, как ее, Джейми Дорану из 50 оттенков серого. Что это, блин? Сцена, когда Бриену посвящают в рыцаре. То есть, я смотрела, когда в час ночи, там была такая хреновая одноголосая озвучка, но там, когда Джейми говорил «встань на колени», такое, на колени, у меня аж прям все вот так вот переворачивалось, типа, ну, это так прям было, о, на колени. Я такая думаю, блин, как это сексуально, боже, как это, И что вы использовали в сраной озвучке? Присядь, что там было? Я вообще даже не помню. Я слушала, я такая думаю, вы что, серьезно? Преклони колено. Но это не сексуально. На колени сексуально. Преклони колено. Нет, это глупо. Короче, по поводу того, что в сериале появилось дохрена, блин, шуток. Меня это бесит, потому что это ни хрена не какой-нибудь там теория большого взрыва или друзья. Это серьезный драматический сериал. Зачем вы сюда пихаете какие-то лишние шутки? Я не понимаю шутку, которая в пятый раз думает будет смешнее. Ты стал выше, ты стал толще. Это не шутка. Вы сказали ее раз в первом сезоне. Это было классно. То есть это была классная отсылка. То есть когда вот, допустим, ладно, вот когда была сцена в седьмом сезоне, когда встретились, блин, как его зовут-то, Джон и Джереми, нет, не Джереми, блин. Ну, короче, сын этого Роберта Баратеона, бастард. Ну, такой, типа, ты был, допустим, ну, я, короче, не помню там прям вот именно шутку прям полностью, но он говорит, типа, то, что отец его был толще, а тот был выше. И он такой, о, отличная отсылка, типа, то, что они как будто бы их, ну, родители. Но, блин, шутка это сейчас... Очень часто мы повторяемся, мой муж был выше, это Джереми выше, ты был выше, ты стал выше, ты стала тоньше, у меня меч большой, смотри, какой у меня меч. Что это за глупость, какие-то дурацкие шутки? Тормуда шутки оставьте. То есть этот персонаж, он, ну, он как-то разбавляет юмор, и его шутки не кажутся прям такими уж режущими слуха, они кажутся, ну, вот, нормальными. То есть, как бы, этот персонаж такой классный, то есть... Блин, ты за ним смотришь и просто улыбаешься. Но когда эти шутки, блин, Тирион то же самое с Джейми. Арию вообще сделали с Дейенерис. И не знаю, что им за один сезон влупили такое охрененное ЧСВ. Особенно этой самой королеве, блин, драконов матери. Она была, ну, да, у нее было это чувство, что она выше всех. Но вы сейчас что сделали? Она ходит, как будто вообще у нее, блин... Пятый глаз вырос, вы чё, блин? Ария, блин, я уверена, то, что в третьей серии её убьют просто. Потому что если герои хотят трахаться, блин, в любом фильме ужасов, вспомните любой фильм ужасов, если кто-то трахается, то он скоро умрет, потому что это такая тупость. Я никогда этого не пробовала. Что, блин, за говно? Что вы делаете? Вы взяли самых сильных персонажей
и сделали из них какашку, просто какашку, которой, блин, вы короны просто одели. Санцу сделали, блин, классную. Почему она раньше была такой тупой? Почему? Что изменилось после смерти Мизинца? Я не понимаю. Это просто, сейчас она ходит такая вся, ждет всем умные советы, блин, Тирион второй, который, блин, Тирион стал тоже, блин, я поверил этой своей, типа, то, что она хочет начать заново. Ты, когда ты ей начал верить? Она всегда тебя обманывала, всегда, я не могу просто, у меня бомбило. Джейми классный персонаж, я его очень люблю, хочу, чтобы он выжил. Это, ну, он, у него видно рост, то есть он, кем он был, и кем он сейчас стал, и он вряд ли изменится за, допустим, последние серии, скажет, я люблю эту самую, нахуй, эту честь. Короче, ну, то есть мы видим то, что он вырос, этот герой вырос, и он остался в этом положении. Что случилось с Арией, которая, блин, расслабилась, научилась, давайте потрахаемся, что ли, блин, в последнюю ночь, ну почему бы и нет, конечно, блин, у меня все уже есть, ну что за, блин, что за хрень, а? Дейенерис то же самое, блин, ты любишь, если Джона. Я проделала такой охуенный путь ради него. Ебать, только он сказал, что он Таргариен, все, блин. А, она, кстати, не вспомнила, что ты вообще такой, блин, племянник. У тебя есть право на железный трон, да. И все, типа, любовь прошла, завяли все, блин. Я не могу просто. Короче, Бриена... классный перс, то есть женский, считаю, она осталась самой, вот Санса и Бриена, самые нормальные, адекватные женские персы, просто. Чё вы сделали с другими, блин, которые были, блин, росли с первого, сука, сезона, я не знаю, что вы с ними сделали. С Арией, блин, мне вообще больше всех обидно, блин, что с ней стало? Какую-то хуйню постоянно несет, мой, блядь, суки, а? Вообще какие-то шутки, блин, изменилась сама, блин, тема, какие-то вот стали яркие оттенки, как будто вот все 7 сезонов снимали одни и те же режиссеры, то есть профи, они пытались сделать сериал в выдержанном стиле, это стиль называется, когда все снято в одинаковом, допустим, цвете, локациях, это какие-то яркие, блин, сцены, блин, я не понимаю вообще, и сюжет, ну его нету толком, все это только какие-то разговоры, какие-то, блин, курятники просто. Я не могу понять, что, блин. Короче, я понимаю, что все это только разогрев к третьей серии, где будет масштабная битва. Короче, если коротко, вот так вот. Я в курсе, что это все разминка к самой, наверное, большой битве, самой, наверное, красивой за все сезоны, как там они расписывали, но все равно я считаю, что самое, блин, я не видела еще серию, да, может быть, я изменю свое мнение, но вспомните, допустим, серию в седьмом сезоне, битву, допустим, с ходоками, вот этими самыми, такую масштабную битву, да, она была классная, там была музыка, которая мне сейчас прям, ух, аж прям это, душу греет. Ну, и вспомните битву бастардов, просто вот сравните на секунду масштабы, и вот то, что там живые люди, и тут, и они все, блин, вот понимаете, то что когда вот битва идет, где живые и мертвые, ты понимаешь, что ты, мне кажется, вряд ли будешь болеть за этого Короля Ночи, там что там Джон, там все вот эти живые, которые ты с ними смотрел. А тут живой персонаж, Рамси Болтон, он сильный, то же самое, у него было куча поклонников, то есть как бы многие его любили, вот, и то есть тут вот как раз и происходит вот эта вот магия, которую ты смотришь и думаешь, блин, я, допустим, болею вот за вот этих, а ты болеешь, допустим, за вот этих, вот, и, не знаю, вот, мне кажется, то, что «Битва бастардов» была одной из самых классных серий за всю вообще, за все серии «Игры престолов», но я еще не видела финальной серии, делаю ставки, что умрет, наверное, процентов 60 персонажей в третьей серии. Я не знаю, как вот, блин, мне это все смотреть, потому что я тут часто, когда там была сцена, когда они просто сидели, разговаривали, там вот сидел Подрик. Ну, Подрик, блин, Подрик. То есть обычный Подрик. То есть он не, блин, ну, кто он такой, что-то он там сделал с девками. Все, больше мы про него ничего не знаем. Ну да, он там растет, что-то ходит с Бриеной, что-то старается.
Ну, мне даже его будет жалко, если его убьют. Это подвиг. Как его, блин, я не понимаю. Джейми, я не переживу, если, допустим, Джейми, что-то с ним случится. Ладно, эту самую, блин, матерь драконов, она заебала уже, серьезно, я не знаю. Меня она бесит уже. Ее это чувство, то, что она единственная королева, она к этому шла, север тоже мой. Да ты охреневшая, блин, так ты где была все это время, блин, со своим, блин, Халом Дрога, потом такая пришла, ебать, отдавайте мне трон. Лучше, да, пусть выживет, ну, я не знаю, но я думаю то, что выживет Джейми, выживет Тирион, выживет Джон, Дейнерис это самое выживет, потому что, блин, нужно же, допустим, финальная битва же ведь это будет, то есть там наверняка будет, наверное, Джейми убьет Серсею, как было в пророчестве, не знаю, блин. Ну, думаю, что будет так. Короче, я пока вот эти вот первые две серии очень бомбила, прям вот очень. Но я думаю, что все это исправится и будет более или менее. Ну, вот именно третью серию я жду как, блин, ману небесную просто. Спасите этот сериал уже, блин, пожалуйста, ходоки.